МЧС России представляет. Приключения Зины и Кеши в метрополитене. Привет! Все нормально? На вечеринку! С удовольствием! Кеша! Сейчас спрошу. Кеша, тут Макс устраивает вечеринку. Пойдешь? Во сколько? 17:00. Хорошо. Да, мы будем. До встречи. Добрый вечер, дядя Спасаев. Привет, друзья. Куда направляетесь? На вечеринку, к друзьям. Это хорошо. Кеша, беги к дежурному. Пусть он остановит эскалатор. Друзья мои, запомните, что на эскалаторе стоять нужно справа, лицом к сходу с эскалатора. Нужно следить, чтобы каблуки или полы длинной одежды не попадали в щели между ступенями. При сходе с эскалатора быстро проходите вперед. Что же я такая неловкая? Не переживай, Зиночка, такое бывает. Главное, что все обошлось. Кеша, стой! Не бегай по путям и не передвигайся в стороны. Ты можешь наступить на контактный рельс, который находится под напряжением. Понял, Кеша? Понял, а что же делать? Иди к началу платформы и встань за черно-белой рейкой. Там ты в безопасности. Ну что же ты, малыш, так неосторожен? Не делай так больше, договорились? Извините, я поступил неправильно. Запомни, если твоя вещь упала на рельсы, нельзя туда прыгать самому. Нужно позвать дежурного по станции или постового полицейского. Они помогут тебе. Я сейчас сообщу машинисту о том, что случилось, а вы прикройте нос и рот тканью, смоченной водой или другой жидкостью, чтобы не отравиться ядовитыми веществами, которые выделяются при горении. В вагоне 1345 задымление. Дым поднимается вверх, поэтому пригнитесь или встаньте на четвереньки и постарайтесь отодвинуться на, возможно, большее расстояние от источника дыма. Уважаемые пассажиры, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Что это могло быть? Возможно, неисправность проводки. Поедем на следующем поезде. Ты знаешь, мне там так понравилось. Это замечательная страна. Быстро, но не создавая паники, отойдите от места возгорания как можно дальше. Замотайте голову и открытые части тела любой тканью во избежание ожогов. Помните, что при экстренном торможении в метрополитене не нужно вставать со своих мест, а нужно выбрать удобное положение, чтобы не упасть. Похоже, случилось что-то серьезное. При остановке поезда в тоннеле метро эвакуации начинаются только по команде машиниста, потому что он лучше знает, в каком направлении надо идти. Уважаемые пассажиры, внимание! Сейчас будут открыты двери. Покиньте вагоны, соблюдая порядок. Передвигайтесь по шпалам, по ходу поезда по направлению к станции. Окажите помощь детям и людям пожилого возраста. Ты
Вот это да! Я и не мог подумать, что такое может с нами произойти. Да, Кеша, случаются разные непредвиденные ситуации. Было страшновато. Ничего, Зиночка, главное, вы теперь знаете, как себя вести в метрополитене при чрезвычайных ситуациях. Спасибо вам, дядя Спасаев. Ладно, ладно, идите на вечеринку. Удачи вам. Пока.